Здравствуйте, уважаемые зрители. Я приветствую вас. Я хотел сегодня снять сюжет. Я сам видел по Ютубе, что делают такие тестоставки. Я хочу делать тоже такой же, но некоторые говорят, что эта тестоставка не работает как положено. Но я хочу делать три в одном. Может, какой-нибудь из них будет работать. Сейчас поехали. Уважаемые зрители, я буду работать шлюбопёртом, лобзиком, стамеска, ручная пила и всякий вот круг, чтобы шлифовать. Для этого я брал два куска из отходов, производственных отходов, два куска грецкого ореха отрезал. Я его буду шлифовать, вот один и два. Ну я как отрезал, я не показываю, ну, чтобы видео не очень длинное было. Сейчас будем работать. Для ручки этого тестодавку, вот использую это полено, из него буду ручки делать. Сейчас отрежу лобзиком. Ручной пилой отрежем нужный кусок. Сейчас ручку вот нужные места отрезал. Сейчас буду отшлифовать. Потом сюда буду дополнительные доски закрутить с помощью шуруповерта, чтобы ручка была тяжелая. Уважаемые зрители, в конце с помощью сверла продырявил вот так, чтобы сработал. Сейчас я сюда буду подкрепить два дощечка, чтобы ручка была тяжелая. А потом вы узнаете, для чего это нужно. Уважаемые зрители, сейчас я продырявлю вот. Дерево очень твердое. Пришел шлифовку, чтобы не мешало, вот здесь я расширяю петли. Такая штука получилась. Потом будем отшлифовать. Сейчас займемся другими досками. Сейчас ручной пилой, с помощью ручной пилы, отрежем из этого полена чуть-чуть. Это будет держателем. Отметил, как надо отрезать.
вот так отрезал, теперь с помощью стамесок уберу середину. Это будет, вот сюда будет давить, для этого отрезал и с помощью стамесок убрал вот это углы. Потом сам увидите, как отвешивает это нужно. Продолжим свою работу. С помощью шуруповерта мы сейчас погладим. Уважаемые зрители, вот такая душечка получилась. Потом увидите сам, для того это нужно. Чуть-чуть еще погладить. Потом будет тонкая шкурка, Уважаемые зрители, с помощью стамесок убираю эти отрезанные куски по краям. Это будет держатель для ручек. Здесь будет дырки, два дырка. Вот так пробьем два дырка. И потом почистим. Вот таком. Уважаемые зрители, с помощью дрелья, вот отмеченные, вот здесь, где отмечено, сверлю. Твердая порода, поэтому он тяжело пробивается. Пробито. Уважаемые зрители, я вам одну хитрость научу. Если сверленная дыра мелкая, у вас такой кондиции сверла нету, толстой сверла, вот, вот так одевайте напильник на шуруповерт. И вот таким способом. Вот. Получается.
второй дырит то же самое. Расширил дыру. Теперь буду полировать. Вот ось будет из каменного дерева. У нас растет, ну, в Азербайджане железное дерево, еще каменное дерево. Это каменное дерево второе место занимает по твердости. Но железо не буду использовать, буду использовать вот это, немножко отточу. Уважаемые зрители, вот так будет выглядеть. Отточу это последний деталь. С помощью наждачного круга отшкурю. Это последний деталь. Вот. Доведу до нужного кондиции. Уважаемые зрители, тест-доставка готова. Сейчас будем проверять, собирать и проверять, как работает, какой из этих функций лучше. Две эти доски с помощью петель соединил вот так. Сейчас буду устанавливать все детали. Сейчас. Сейчас с помощью каменного дерева вот это сюда оденем. Засыпаем немного муку, чтобы не прилипло.
для пельменей, для манты. Здесь большой кусок невозможно. Только для пельменей, для манты, для хинкали. Вот. Сейчас посмотрим, как вам будет справляться с этой задачей. Уважаемые зрители, вот так получилось. Значит, не очень срабатывает. Там показывает. Ну, хотя бы так. А теперь проверим, как орехом справится. Сначала фундук положим. Фундук. Отлично. Фундук отлично. Ломает. Эта задача справился. Теперь грецкий орех положим, посмотрим. То же самое. Вот. Вот эти два задачи выполняет, а одну вот тест-давка действительно он не работает. Показывает под YouTube, что тест-давка это может быть, не знаю, что за мука, что за тесто. А так с этими задачами хорошо исправляется. Значит, получилось 3 в одном. Фундук, грецкий орех и тестодавка. Теперь я покажу свои экспонаты. Кое-что я тоже мастерил. Уважаемые зрители, вот очки из грецкого ореха чистого, без единого железа. Здесь все деревянные. Это другое дерево, покрашенное, правда? Это не покрашенное, натуральный цвет. А это наши предки воевали с этими оружиями. Вот лук турецкий. Стреляет отлично. Метров 150-200 стреляет. А это щит и железная дубина. Я как называется, не знаю по-русскому. Раньше богатыри, тяжелые вооруженные богатыри воевали с этими. А это для съемок. Я смастерил, чтобы куда-то поехать, легче всего было таскать. А это снимается, вот это, снимается и одевается туда. Если надо большой, вот сверху вниз снимать видеосюжеты. Вот это тоже помастерил. Это ножки снимаются, вот ножки здесь снимаются. Ножки здесь снимаются и мельче становится, чтобы поместилось сумки. Сумку, чтобы положить сумку. А это последнее место занимает тестодавка. Спасибо, уважаемые зрители. Лайкайте, поделитесь. А это забыл я. Просто эти недоступные места сверлить. Я сам помастерил. Вот болт и дерево. Сверху приклеил шкурку. А это для мелких поверхностей. Спасибо большое, кто смотрел.